вот так вот. Ну, а мы в Доту. А в Доте полуфинал, как я уже говорил, полуфинал между командой Death Profit и между командой Aggr-Gaming. И вот у нас Batrider Doom. Batrider Doom и Banshaa Tide от Aggr-Gaming. Вот, наверное, как-то так. Или нет? Брюмастер Войд, видите, и Тинкер с Ликаном отправились в бан. Это дало возможность пикнуть сразу же Баншу команде Aggr-Gaming и ответили Думам и Бэтрайдерам. Ну, вот Шедоу Шаман. Кстати, вот возможно это будет какое-то массированное такое наступление на Тавыра с помощью вардов, с помощью экзорцизма, с помощью Веномансера, с помощью Лондруида. Ну, в общем, посмотрим. Хочу увидеть пуш такой, прям яростный, яростно отчаянный пуш. Команда Death Profit в прошлой игре играла, ну, не очень уверенно в индивидуальном плане, но очень уверенно в тактическом плане, потому что они умирали, они плохо фармили, но они свою стратегию довели до логического завершения. Они откормили, Тинкер откормили Нагу Сирену, И победили. Правда, там еще был Визаж очень грозный и Элдер Титан, которые тоже вносили очень много дамаги. Но Элдер Титан, понимаете, он в принципе полезен своим присутствием на поле боя. Пока он жив, у всех ваших противников ноль брони. И вот что с этим делать, непонятно. Эмбер Спирита почему-то отправляют в бан. Сами, что ли, будут набирать всяких Энигм и Фурионов? Ну, это интересно. Это, как минимум, очень интересно. 5 секунд остается основного времени. Сейчас придет дополнительно. Ага, Разора забанили. Разора. Ну, ок. Хорошо, раз Разора, так Разора. И Вайпер, естественно же. Какого-то милишного кэрри попробуют пикнуть или что? Ну, обычно вы хотите защититься от Вайпера и Разора, если вы собираетесь пикать, ну, реально какого-то типа лайфстиллера, что-нибудь такое. Или там Вайда. Ну, Вайда тут пикнуть нельзя, да, это понятно, Шейкер. Но все-таки Виномансера убрали. Ну, потому что понятно почему. Так. А кого же все-таки выберет-то? Димацу. Интересный такой ник. Там еще какая-то смайлик, это Врескинг. Хорошо. Radiant Team Pick. Ну, на самом деле, немножко не тот саппорт, на которого я рассчитывал. Ну, окей. Кстати, вот можно тут котла попробовать набрать. Шейкер с котлом. Хорошая парочка. Бэтрайдер, Дум. А Дум получается... А как вот интересно Дум будет, да, на линии стоять? То есть он будет Дум типа кэрри или Дум типа мид? Ну, потому что Бэтрайдер же не может пойти... А если Бэтрайдер в мид? Кстати, тоже вариант. А Дум сложную, а? Как вам? Ancient Operation. Хорошо. Ну, что-то, наверное, опять интересное задумала команда Death Profit, потому что в прошлой игре, ну, было весьма интересно, весьма впечатлённый был результатом. Ну, как бы, все к тому шло. Вот, просто посмотреть можно было на пик в той игре, и было понятно, что там был лейт, а у противников лейта не было. Здесь пока пики, в принципе, равны. Тут, правда, больше он такой атакующий. Ну, атакующие именно строение, потому что есть возможность атаковать строение и вардами, и душами. И эти строения будут, в принципе, быстро так довольно отваливаться. Вот. Но самое главное, время выбирать правильное. Минута и 11 секунд еще остается у капитана команды Aggr-Gaming для того, чтобы сделать свой выбор. Ну и, кстати, вот Врескинг тоже такой интересный персонаж. То есть это Врескинг какой будет? Саппортящий или это Врескинг кэрри?
А, ну вот если судя по этому, то все-таки это будет кэри в рескин, потому что не зря же забирали тут Разора и Вайпера. И Визажа уже пикают себе команда Агр Гейминг. А, но вот теперь это пуш. Теперь это четко выраженный пуш, потому что целых три героя, которые могут бить товара. Могут бить товара. Броня фамильяра 0-1-2. Максимальный урон 56, 98, 154. Так, зомби убрали, потому что играли в прошлый раз сами с зомби визажом и Элдар Титаном. Но здесь также может Элдар Титан появиться. Ну, посмотрим, как бы появится или нет. Пака забирать, потому что все-таки не верят, что Дум пойдет в центр или Бэтрайдер. Ну, я тоже не верю, что кто-то из них пойдет в центр. Ну, посмотрим. А если все-таки отправить в центр вот Дума или... Ага. Вообще неожиданно, вот прям совсем неожиданно. Ну хорошо, Сларк, будем за тобой наблюдать. Так, ну-ка я свернусь на секундочку. 85 фрагов будет, пишут. Да вы что? Ну окей. Это просто должно быть какое-то чудовищно агрессивное сражение. Посмотрим, так ли это будет. Будет ли это так или так не будет. Ну, с Баншойк обычно команда не очень любит сражаться, потому что неприятная она девушка. И лучше, конечно, избегать с ней встреч, только по мере надобности, необходимости. Ну, посмотрим. Может быть, в начале, там, прям вот на первой минуте уже будет там 5-5 счет. Мало ли, на Рошана пойдут драться. Хотя на Рошана, ну, теоретически, вот взять сейчас, например, Фуриона или Лондруида, и можно пойти на Рошана. Или Ликана. Ну, Ликана нельзя взять, да, но как бы что-то можно попробовать сделать. Тут-то на Рошана уже не пойдут. А, вот, а тут можно каким-то образом там что-то такое вот взять. А это кентавр. Вот такие у нас пироги. И смотрите, кентавр, вот она, 3+, все-таки в Рескинг Хэри, да, ну... Значит, все-таки не зря банили Разора и Вайпера, защищали своего кэрри. Окей. Окей, но есть Дуум и Бэтрайдер, которые, в принципе, плюют на БКБ, плюют на все, и, скорее всего, в Рескинг и не будет БКБ собирать, ну, раз уж так-то. И Шейкер тоже, кстати, плюет на БКБ. Ну, правда, одним своим спылом и то начально его фазой, да, но тоже имеется такая штука. Так. А что? Почему? А, просто разбирают героев, ребята, поэтому у нас пауза. 10 секунд остается, и переместимся мы на поле доты. Наконец-то. Такой туман тут вокруг героев летает. Точнее, это не туман, это какая-то дымка. Дымка. Сразу же пауза. Сразу же пауза, потому что не получилось у оранжевого игрока загрузиться. Ну, хорошо. Используем эту паузу с пользой. Используем паузу с пользой. Ну и так что? Значит, обновление качает 500 мегабайт. Ничего себе. Ну, у меня тоже перед этой игрой Dota обновилась, но там было не 500 мегабайт. Слай, в общем, на Думе играет Джек, играет на Бэтрайдере, Снукис на Сларке, Виссен на Шейкере. Такой Шейкер... такими какими-то закрученными рогами, смотрите. Прям очень старый Шейкер, отросли у него эти рога, или по другой причине. Так, ну остается у нас последний герой, последний игрок, это Олежка, который будет... Слушайте, я уже забыл там, что у нас было. Подождите, Дум, Ас, нет, подождите, Сларк, Снукис, Эншт Опорейшн. Но в прошлой игре Олежка играл на кэрри Тинкере. А, то есть
И возможно ли это что-то будет carry ancient operation в этой игре? Ну, я, конечно, в этом сильно сомневаюсь, но а вдруг? Мало ли что. Мало ли что. Окей, в общем, это команда DP, Death Profit. Что же касается их противников, Agr Gaming, то у них есть Списик на визаже, есть Димасту на Врескинге, Алексис на Шедоу Шамане, Доктор Макис на Кентавре Варранере, и последний персонаж Кентачик. Кентачик на Банше. На Банше. Выбирает героя. Видите, до сих пор выбирает героя. Крестик стоит. А тут стоит кружочек. Ну, потому что это крестики, а это нолики. Но это такие крестики с клювиками. Видите, они чуть продолговатые. Точнее, нолики с клювиками чуть продолговатые. Они вытянутые вперед. А эти, ну, потому что видно, что куда смотрит герой. А эти вот просто крестики. Так, ну вот показывает сейчас нам кентавр, что, друзья мои, мы заходим сюда. Вот так вот. И потом сюда. То есть в два движения. Сначала надо бежать вот в это место. Тут, смотрите, добегаем сюда, затаились вот здесь, вот затаились. Передохнули. Вдохнули. И побежали дальше сюда. Добежали сюда. А, вот так вот, смотрите, что рисует. Так, тут это Б, точка Б, видите, точка Б пишет. Потом дальше опять выдохнули. Вдохнули. Побежали сюда. Есть. Подождали здесь. Крипы пошли. Герой пошел. Мы спустились, забрали, убили, ферзблат сделали, забежали назад, выдохнули, вдохнули. И побежали в свой собственный лес. Вот как-то так. Ну что ж, так и так. Ждем, пока докачает обновление Олежка, и уже мы ринемся в бой. Странно, как же его тогда пустило в игру, если... А, может, он перезайти хотел, а потом оказалось, что надо скачать обновление. А как же он тогда зайдет, если он-то обновление скачал, а остальные не скачали? Ладно, непонятно. Ну, как-то там оно, наверное, можно это сделать, ведь я тоже скачал, может, кто-то и не скачивал, а я точно знаю, что я скачал. Кстати, если вдруг вы давно не заходили в Доту или не слышали, то, друзья мои, Течис появляется на следующей неделе. Минеры. Спрашивают, что за скин у Шейкера. Ну, давайте посмотрим, что за скин у Шейкера. Вот он, Шейкер. И вот тут у него Arms of Deep Magma. Это что это? Это руки. На голове у него шлем редкий какой-то. Helm of Impress. И вот еще какое-то профессиональное снаряжение от Evil Genius пояс. Это тоже какое-то профессиональное снаряжение от Evil Genius. Это просто шлем такой. Честно говоря, я не вижу ничего профессионального в этом поясе. Чего не могу повернуть? А, могу. Вот этот вот пояс такой суперпрофессиональный. Прям, а, вот на спине он тоже тут. Прям уж я не знаю. Профессиональнее некуда. Ну и вот они руки. Такие вот они. Суперпрофессиональные руки. Ну окей. Пусть будет так. Что нам еще интересного? Мега убийство Траен. Комментатор пират Кэптен. Прикольно. Это пиратский капитан. Капитан пиратов. Так, а тут, в общем, план рисует Шейкер, что мы зайдем сюда. Так, подожди, а как же туда зайти-то? Ну, вот сюда запрячемся, короче, да? Тут как-то можно это сделать? Да, можно. Ну, вот так вот забежать, типа, сюда. И потом выйдем, гоганем того, кто будет стоять в центре. Ну, а в центре, скорее всего, будет стоять Крабелиус, которая уже подключилась к игре, уже выбрала героя. Олежка. Не, Кентачик. Кентачик, да, вот он, Кентачик. Вот он, Кентачик.
Хорошо. Две брони у Банши, три у Кентавра, один брони, две брони, ноль брони у Визажа. Ну, да, ноль брони, но у Визажа потом появится с его пассивной способностью достаточно неплохой прирост к броне, так что тут, конечно, за броню он может пока не переживать. А здесь у нас что? Один брони у Сларка, такой лысоватый какой-то Сларк. У Дума ноль, естественно, тут два брони. Здесь два брони у Шейкера. Ну, такая менее бронированная команда, видите, ДП. А на первом левеле их, в принципе, могут, если так вот сражаться, то с руки понабивать. Хотя там есть аппарат, который, в принципе, может набросить на всех челентач. И тут у всех тоже будет дэмэджа немало. Ну, тут есть Кентавр со станом. Шэдоу Шаман тоже там с чем-то. Хотя, что выгодно для сражения на первом левеле, интересно взять Шэдоу Шаману. Если бы Эзершок по всем типа бил, тогда бы, конечно, выгоднее было Эзершок брать. Но он по одной цели всего лишь бьет. Шекл, но Шекл, во-первых, ты сам ничего не делаешь. И получается, ну, как бы ты вместе с противником выходишь из игры. На Хекс секунда 25 всего лишь действует. Ну, не знаю. Ну, в общем, танковать должен Кентавр в этом случае, да. Здесь танковать должен... не хочет грузиться, но... Беда. Ну, и есть выход из этой ситуации. Есть выход, в принципе, он заключается... А, обновление не хочет грузиться. Иногда такое помогает. А, так он пробует перезагрузиться или 90 мегабайт. Слушайте, ну реально 500 мегабайт, что ж такое? Списик затащит, кентачик пишет. Ага, пришел болеть за своих. Пришел в чат болеть за своих, списик. А, так все-таки визаж у них кэрри, значит, будет. Ну, посмотрим. Значит, будем болеть за списика. Кентачик точно за него болеет. Так может, тогда и на мид отправите его, визажа. Слушайте, а почему визаж мид? Было бы неплохо, например. Как вариант. Быстрый шестой левел, там быстрые фамильяры и... Слушайте, ну тут трем героям нужен быстрый шестой левел. На самом деле, вот смотрите, тут есть Шэдоу Шаман, да, вот... Неудобно, конечно, когда на всю этот весь экран-то пауза стоит. Ну, короче, Шэдоу Шаман, Банши и, кстати, вот так вот руки воздела к небу. Она говорит, о боже мой, куда я попала, заберите меня отсюда. Или она как Мэри Поппинс прилетела. Такая, ууу, а вот и я. Такая юбка у него интересная. С какими-то рюшечками или что это такое, с бубончиками какими-то. Поднимите руки вверх, горит. Ууу, так вот взлетели мы, круто. Так вот, да, трем героям нужен шестой левел очень быстро. Банша, Визаж и Шэдоу Шаман. А как быстро набрать шестой левел? Ну, есть план. Идете быстро убивать Рошана и 2,5 сразу же получаете. Потом расходитесь по линиям. Типа, Банши в центр. Там Визаж, например, в сложную, Шэдоу Шаман в легкую. И все остальные с линии уходят и не мешают вам фармить. Вы быстренько к 5 минуте добираете 6 левел. Ну вот как-то так. Но скорее всего это фантастика. И так, конечно же, не будет. Ну потому что забирать тут Рошана на самом деле нечем. Даже если бы вот прямо сейчас ультимейт был у Банши, прям сразу же, то Рошана бы все равно не убили. Было бы у него всего лишь 4 души на первом левеле, 4 духа, ну это такое, да, урон духа 55,
короче, маловато будет. Маловато будет. Сларка. Здесь вот сларк, конечно, такая тоже зараза, этот сларк. Это лягушка шипастая. Ловкости, конечно, если он украдет, то мало не покажется. А у него-то с возрастом, скажем так, время-то действия увеличивается прямо на целых 120 секунд. Да, до, точнее, целых 120 секунд. Ну, кстати, вот на моей памяти один раз я только такого сларка видел, который вот прям... у него там было чуть ли не типа плюс 100 ловкости. Но это был такой сларк лишь потому, что играли мы в пабе. И, кстати, мне повезло, он играл за мою команду. И вот этот сларк каким-то там образом, я даже не знаю как, он тут стоял в сложной линии. Вот. И там как-то там все у нас получилось. Забрали вышку тут одну, забрали вторую, забрали третью вышку. Как-то непонятно, как забрали. Там как-то очень быстро все произошло. И Сларк просто забежал сюда. А, или даже тут вышка стояла. По-моему, да, может быть, даже тут вышка стояла. Короче, Сларк забежал вот сюда, вот на фонтан. И просто никого с фонтана не выпускал. Просто вообще не могли выйти. Они просто выходили, он их клоц-клоц-клоц, 2-3 удара сделал назад. И как-то были маленькие левла у героев. Там, типа, 5, 6, 7, 8, что-то такое. И они быстро воскресали, а Сларк там, типа, уже... Ну, тут и артефакты, естественно, ну, покупал там себе всякие Саши, Яши и прочее. Вот. И просто всех пилил. Вот так вот был такой сларк был. И из-за этого, из-за того, что он тут стоял прям под фонтаном, и тут доступ героев был, в принципе, не ограничен. Постоянно они тут выходили драться с ним. А у него, понимаете, тоже там, типа, по-моему, даже у него армлет был, что-то такое. Ну, типа, мало хп было, а все такие на дурочку, а-ха-ха, там, типа, 300 хп, сейчас его разберем, да. А он армлет включил, вот тебе, типа, уже 600, ну, точнее, 700. Вот, а с руки там он уже наваливал нормально и крал еще, тем более, эти всякие атрибуты. Ну, и в итоге там у него там дамаг был просто за счет того, ну, плюс 100, благодаря просто тому, что он ловкости так накрал много. Украл. Вот так вот, ну. Просто не знаю, ребят, чем еще вас занять, какие еще вам байки, сказки рассказать. Пауза у нас затягивается. Затягивается она очень сильно. Конечно, повезет тем, кто, может быть, будет смотреть в записи эту игру, в том плане, что не смогут эту паузу перемотать. Ну, что там пишет Димасту? Ну, я тоже хочу знать, что же там. Загрузка тупо не идет. Ну, а перезагрузить Steam пробовали? Минюра добавили. Еще и комп перезагружал. Ну, ребят, тут, понимаете, тут клиент игры устарел. Просит перезагрузить доту. А, так может все-таки добавили минюра, слушайте. Но обнова на 500 мегабайт. Это ключи, да, короче, ясно, все. Добавили минер. Ну что ж, друзья мои, это вот пауза пошла на пользу, потому что мы узнали, что добавили минера в игре. Ой, наверное, плохо, я не зря говорил. Зря это сказал, потому что сейчас все убегут катать на минере. Так, подождите, а получается, значит, если мы сейчас выйдем из игры, или... Ну да, когда мы выйдем из игры... то придется нам тоже всем обновлять доту, а это значит ее все обновляют, то есть следующая игра там может... О, боже мой, ой, как не вовремя это обновление. Ну ладно, ладно, ладно. Ну, команде DP придется играть вчетвером. Вот так вот. Ну, потому что сейчас кто-то... Ну, хотя, может быть, кто-то уже есть, кто обновил доту, кто зашел, кто может подключиться к игре, если ее пересоздать. Но если пересоздавать, то всем нам тоже придется загружать обновление это. Ой, черт повери. Как-то это все не весело. Просто 500 мегабайт не такая большая при нынешнем развитии интернета. Не такая большая, что? Сумма. Не такое большое число мегабайт, которое надо закачать из интернета.
Но проблема в том, что все качают. Вот сколько там сейчас пользователей? Давайте посмотрим, свернемся. Unique players at the last month. За 9 миллионов пользователей за последний месяц. Вот. Но я не знаю, как там они считают. Но если на 30 разделить, да сколько это в день? Или посмотреть, может, у кого-то статистика есть по серверам. Ну, короче, там очень много людей, наверное, сейчас играет. Ну, там, тысяч, наверное, 100, мне кажется, точно. И все 100 тысяч качают. Ну, не все 100 тысяч, но там человек... тысяч там 10-20, если качает, это уже, как бы, наверное, нагрузку серьезную создает. Я даже не знаю, что делать в таком случае. Тут огрызок меча такой, это нарсил или что это за меч? Интересно. Но выглядит похожим чуть-чуть на нарсил. Нет, совсем не похож. Разве что тем, что обломан похож, но не больше. А, тут смотрите, воздел тоже глаза к небу, смотрит на эту банши. Говорит, королева моя, я твой король. Повелевай мной. А у визажа зрачков, что ли, нет? Никогда не обращал внимания. Да, у него нет зрачков. Смотрите, у него пустые глаза такие. Не выражают мыслей. А что во рту у него там? Язык. Такой вот он, этот визаж. Конечно, ведь доктор перебинтованный, щитками с такими. Примотанная не к лицу, ко всему. Зачем, интересно? Кастрюля, сковородка, что это? Там мипа какой-то. О, да. Кентавр Варранер. Какая-то карта, карта местности, видимо. А, это карта, как в лесу бегать, как там в елках прятаться, как что делать. Какие елки проедать, какие там, чтобы куда-то пробежать, убежать, сбежать, добежать, перебежать. Слушайте, ну если бы Мьора добавили, то Мьор уже близко. Я, кстати, даже не знаю, будет ли кто-то его пикать в CM-моде или нет. Если бы он даже был. Ну, это такое, в общем. Ну, то есть, Пуджа, да, они пикают. Следующего. Точно, да. Да, 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 да. Сейчас спрошу команд, кого ждете? Кто способен изменить тактики и стратегии в CM-моде? Задумались команды. Так, ну а кого не добавили? Earth Spirit? А почему? Ну там вроде бы он на начальных левелах очень силен, типа. Легионера, ну ясно дело. Да, я словил себя на мысли в прошлой игре. Легионер, ну... Легионер, да, тоже такой персонаж, который может на каждой из линий стоять. И в сложной, и в легкой, и в лесу может стоять. Он как Дум, типа. Так уж сложилось исторически, что легионер может себя чувствовать прекрасно на любом лайне. Ну, понимаете, тоже легионер с одной стороны слабый персонаж, а сильный с другой стороны, потому что вся команда должна играть на легионера, и ему надо вот
прям по кулдауну эти сражения, чтобы он просто дуэли выигрывал, выигрывал, выигрывал. Но в погоне он спайсик, а не списик. Списик, спайсик, хорошо. Спайсик так спайсик. Спайсик перченый, типа. Spice Girls, помните, были? Посмеялись от души. Ну, хорошо, я рад. Ну, хоть что-то, хоть как-то мы тут развлекаемся, потому что я уже, честно говоря, сейчас засну. Да, пишут в чате, что главное, что всем не пришлось скачивать. Но я не знаю, что делать. Я, честно говоря, ну... Как дела обстоят? Да, кстати, как обстоят дела, Кентачик? Кентачик спрашивает, как обстоят дела, и, видимо, сейчас уточняет капитан команды у своего подопечного, как же обстоят дела. Висен, скажи нам что-нибудь. В общем, команды сказали, что легионера ждут, и кого еще, и первый был... Кто я забыл? А, Earth Spirit. Ну, окей. Так, подождите, так а какие наши дальнейшие действия? Хорошо, он-то не зайдет, а там что делать? А, нам получается, мы тогда с вами уйдем на паузу, я попробую скачать этот апдейт. И команда, которая пройдет финал, тоже будет скачивать этот апдейт. И которая команда пройдет финал по другой части сетки, опять же будет скачивать этот апдейт. А, какая-то вообще... Что-то с чем-то у нас происходит сегодня. Ну, зато минера, типа, добавили. Я не знаю, добавили или нет. Ну, 500 мегабайт, если говорят, что апдейт, то значит, что-то там появилось все-таки. Ну, а почему тогда новости нет? А, ну, потому что у меня еще не обновилось. Ничего, ясно, да. Тогда и новость появится. Вот они, видите, Tetris Updates, все дела. Tetris, их несколько. Tetris, они... Ну, на картинке они смотрятся красиво, вот. Но а в самой доте, вот когда на интернешнале показывали, я не видел, чтобы там они как-то слишком уж красиво были нарисованы или... Так, где тут Tetris? Tetris'а пока нет. А, вот он есть уже. Так, у меня, подождите, у меня апдейт значит, уже готов. Пора. Ну, давайте почитаем тогда, что есть у нового героя. Ну, вы, наверное, все это знаете, но... давайте биографию почитаем. Это интересно. Значит, за всю историю Устричной бухты никого не ненавидели так, как подрывников Tetris. Но вот незадача. Устричной бухты больше нет. Как и города Татрина. И также Охотограда. Вообще, если вы... Кто-нибудь следил за похождениями подрывников, он бы заметил, что там, где появляется Tetris, исчезают города, как и все остальное, как и все остальные неизбежные бедствия, происходящие вокруг них. Отправной точкой для уничтожения Устричной бухты стало изобретение. Гении пиротехники Сквей, Сплин и Слун искали безопасный метод пробить шахты под городом с взрывчаткой и создали самое диковинное свое устройство. Кнопку. Позволяющую зажечь фитиль издалека. Троица... А, так их все-таки трое. Значит, один в телеге сидит. Значит... Или нет, один и так в телеге. Подождите, ну-ка, давайте посмотрим. Где третий? Смотрите, один... А, третий в бочке, точно, да. Третий в бочке. Значит, третий в бочке. Так. Троица, решившая во что бы то ни стало испытать свое изобретение, заставила всю свою крохотную... А, заставила. Ну, то есть... расставила много, да, то есть не заставляла там, иди, типа, мою посуду заставлять, а именно заставить, вот, в плане расставить, заполонить. В общем, заставила всю свою крохотную мастерскую радиоуправляемыми бочками с огненной солью. Набив тележку этими бобами, они закопали их в
пустынном поле. Спрятавшись в траншее, Сплин вдавил кнопку детонатора, но... Так, что? О, пауза отжата, yes! Так, нет, но мы должны дочитать историю, пофиг вообще, с игрой. Значит, ничего не произошло. Смутившись, он поднялся на ноги и нажимал кнопку еще, пока наконец не прогремел взрыв, оставивший на поле воронку. Радостные Скви и Сплин уже было направились в сторону дома, но тут их накрыла мощная ударная волна, сбитая с толку нежным взрывом. Они пробрали через едкий дым и увидели, что от их мастерской остались одни руины. С неба падали куски дерева и камня, а воронка под мастерской начала углубляться. Вся устричная бухта содрогнулась и начала оседать в шахты, а паникующие жители спасаться в бегство. Присев на краю своего тонущего дома, подрывники ухмыльнулись и хихикали, ухмылялись, уже представляя себе, на что они способны, и совсем не думая о гневе их бывших соседей. Им было интересно только одно: а как можно сделать взрыв еще сильнее? Ну и на этой вот радостной ноте мы наконец-то попадаем в игру. Ну а в игре у нас Sky, да, на Думе. В общем, да, мы все уже знаем, кто на ком играет. И вот у нас Operation Олежка. Олежка. Что-то как-то засиделись в смоке на базе. Смог в никуда. Так, ну пришел кентавр, тыкнул вард под елку. Вот так вот. Говорит, стой здесь. Надо бы елку спилить, чтобы кусочек вижена добавить себе. И здесь еще тоже чуть его расширить. Как-то вот так вот, мне кажется, бы увеличился вижен. Так, ну никого не нашли. Так, а у меня, подожди, а у меня отечество уже есть. Так, у меня, значит, 500 мегабайт за секунду апдейтится. Потому что у меня просто... Что? Какой ребут? Варды не покупает. Варды не смог купить. Вот, боже мой. Ну, мы ждали столько, чтобы ребут. Все это чувствуют в лавке. Может, кто-то другое может купить. Но если ребут, то это просто будет жесть. Ну, я понимаю, это не спортивно. Перезайди. Подождите, а ну-ка я проверю лавку. Лавка. Варды. Появится вард. А, Сентри не смог купить. А... Ну, я думаю, ребут бы мой мозг бы не пережил. Бэтрайдер все-таки в мид отправился. Вот так вот. А Doom сложную. Ну, окей. Окей. Кстати, а Doom будет стать против Алексиса, против Димасту и против Спайсика, против Списика, который Спайсик. Списик от слова спис. Ну, спис. Спис. Вот такая вот хреновина. Спис. На конце у нее острая такая хрень, которая может проткнуть вас. Пум-пурум-пурум-пурум. Так, и невизибилити. Ну что тут уже фармил-то? Три крипа нафармил, фармил Абетрайдер. Так, тут Олежка. А, вот появились антриварды, все нормально. Так, а какие тогда варды не появлялись? Ну, смотри, тут же обзервера тоже нет, правильно? То есть, обзервер, значит, что-то купил. Ага, все, есть. Слай купил, значит, эти не мог купить, а слай это Doom купил. Вот так вот. Угу. Я понял. Ну, в общем, с приключениями, но эта игра у нас все-таки пошла. Даже более того, целая минута 20-30 секунд прошла. Вот такой вот вард поставили интересный. Ну, обычно мне, когда объясняли, вот я спрашивал, зачем вард ставить в этом месте, ну, либо же вот в этом месте, говорят, чтобы видеть ТП. Например, там с оффлейна, или там с мида, или там откуда-то ТП, вот, ну, например, с этой линии, да, сюда, нежное ТП. Но ведь можно ТП сделать и сюда, и прожать смок. Птыш, и побежать. Ну, наверное, профессиональные команды так и делают. Тут еще, понимаете, в чем дело? Очень удобно делать ТП именно вот здесь, вот сюда, потому что тут от этой вышки до этой вот совсем чуть-чуть бежать, совсем недалеко.
тут, и тут, кстати, тоже, на самом деле, не так уж далеко. Тут, по-моему, подольше, да, но вот видите, тут в пределах... Так, давайте посмотрим, ничего не происходит. Тут-то в пределах экрана эти две вышки, видите, вот я на максимальную дальность отъехал, и вот вышка одна, вот, да, по краю экрана, вот она, вышка стоит, вот, прям вот так вот, да, вышка, и тут вторая. А здесь же чуть... Не так, так, потому что напали, неужели убьют сейчас Маркиса, убили Маркиса, Макиса, в общем, ФРСБ, да, так вот вернемся к нашим познаниям в географии, а тут, вот видите, чуть-чуть все-таки дальше бежать надо, видите, тут не по, ну, нет, все-таки тоже на экран, там видно самый-самый кончик, видите, вот здесь вот видно, самый-самый кончик, так что примерно можно, в общем, лететь и на вторую вышку, вот на эту, и от нее уже бежать туда. Под смоком, чтобы, если что, чтобы вард не спалил, который вот такой вот лайн вард. Окей, ну, в общем, First Blood должно состоялся. Так. Джек. А, подождите, а в прошлой игре Джек играл на зомби андайнге. Ну, вот так вот, видите, как-то зомби андайнг был саппортом, а в этой игре Джек уже на... играет на центровом бетрайдере. Вот такие универсальные игроки в команде Death Profit. Ну что ж, играют они против Death Profit. Видите, две большие у нас в игре, но одна в виде картинки. Кстати, Doom весьма неплохо стоит. У него один крип имеется. Это, конечно, плохо, но зато какой крип, понимаете, уже второй. Какой крип? Это самый правильный Doom в мире, потому что обычно Doom приходит на линию и начинает питаться отбросами вот этими. Вот, крипами начинает питаться. Вместо того, чтобы пойти и взять себе крутого крипа здесь. Вкусного крипа, классного крипа. И потом продолжать туда ходить. И этих крипов поедать. Вкусных, сладких. За которых больше дают денег. И которые дают пользу тебе. Ну почему реген здоровья 4 и не поиметь себе? Ну, то есть у тебя родного регена там 1, допустим. Да, и еще плюс 4, итого 5. То есть, ну-ка попробуй тебя пробей. Считайте, что себе приобрел уже этот вот... хедреску. А если, например, Doom в меку идет и еще и себе хедреску прибит, тут еще доп реген 3, то есть вообще 8 регена у него, да, попробуй его убить. Смотрите, 5,3 регена у Дума, да? 5,3. Да и включил землю, да? Землю включил 23 регена, смотрите, он еще там может подраться-то на развороте на самом деле. Вот смотрите, спитик сейчас заберет его. Забрал его, да! Так и надо! Ну вот видите, Думы какие опасные. 23 регена, уже 5. Сейчас кушает, опять будет 23 регена. Ну, 2, ну ладно, не 23, но... Но немало. Ну, то есть, Doom 0 брони, но регена до хренища, я бы так сказал. Регена много. Ну и вот так вот атака на Дума закончилась смертью саппорта Спайсика. А, пара. 2-0, кстати. Доктор Макис. Ой, зацепили, а тут нету-то маны. Ну, есть только на Double Edge, ну, вы видели, да? Фиссура... настигла. Проткнула. Фиссура проткнула. Да. 3-0 уже. 3-0 счет становится. 5 минут игры. И вот по левелам. Смотрите, как 3-3-3-3-3-3-3. Ну, саппорты все. А тут даже и оффлейнер 3-го левела. Тут-то Doom уже 5-го. То есть кентавр сейчас немножко отстает. И тут уже чуть вперед вырвался Operation, Лешка. Но в центре все, в принципе, равно. Все хорошо, все равно. Так, ну, Doom... Кстати, у Doom, да, есть мана на что-то одно. Ну, то есть ему надо 170 маны, чтобы Scourge Earth и еще и Shockwave. Ну, у Doom-то еще 60 маны стоит пожирание крипа, и вот он... Так, горят Doom, типа... Ну, туда возвращаться уже назад нельзя, потому что тут уже визаж, и сейчас он будет замедлять Doom. А, ну, тут никто не идет, видите, не помогают саппорты. Ну, не помогают ни Вряскинг, ни Шедоу Шаман. Поэтому спокойненько там Doom поднялся наверх. Так, а тут в смоке, так подозреваю. Нет, тут без смока. Тут долго длинная фиссура так полетел. Хорошо, а есть, удар зацепил, везет себе назад, наверх, туда. Аппарат что-то сделай, где аппарат? Чилин Тач не дал аппарат. Почему? Потому что Гладиолус. Вот Чилин Тач дал, и Банша погибла. 263 монеты. Бетрайдер рун невидимости использовал для того, чтобы порегениться быстренько. Ну, вот она, супер-пупер скорость реакции. И руну прожать, еще и бутылочку один раз нажать, чтобы дополнительно отрегенерироваться. Ну, ой-ой-ой, Овнич, Снукис, ты чего? Ты там смотри, 5-0, кстати, счет. Ну, вот.
Слушайте, ну как-то очень уверенно играть DP в этой игре. В прошлой игре, вы помните, они просто по классу очень сильно проигрывали своим оппонентам. Выиграли стратегией, молодцы. Но сейчас они просто взяли за ум, что ли. И Дум-то себе хедреску приобрел. Елки 20. Смотрите, 8,5 регена в секунду у него. Ну и что ты, что ему сделаешь? Вот, смотрите, что ему сделать? Вот землю включил, 32 регена. Да, все. А и там еще и фиссура-то стан. Ну просто все просто избивают Дума. А Шейкер, на тебе стан. И Дум до сих пор живой. А нет, все-таки Дум погиб. А аппарат пришел. Шейкер там сейчас будет разбираться со спасиками. Шейкер бежит назад. А аппарат будет разбираться с Алексисом. Последний удар. Алексис погибает. А Винсент-то, ой, стан. Да, он тоже погиб. Тут Олежка-то. Ну, Олежка, тут где ТП? Где кто? Что? Помощь Дум как-нибудь сюда летит. Кто летит? Сларк летит. Правильно, летит Сларк. Отменил Сларк, ты чего? Да. Ну, понимаете, там была в чем проблема? В том, что даже если бы Сларк прилетел, у него не было маны ни на что. Ни на что не было маны. В общем, Дум не бессмертен, но очень-очень силен с этой аурой. Ну, очень повезло ему сатиром, там, ну, видели, да? Просто все в него дали, все спустили. Может быть, если бы все-таки Бэтрайдер туда прилетел или кто-то что-то еще помог, там бы просто всех троих бы забрали. Так, Димацу, вот так вот, на тебе, говорит, Дум. Ну-ка, подходи, говорит, я готов. Дима, я все хочу Димацу сказать, а это Димасту. А он Димасту. В Рескинг. Ну, Димасту, так Димасту. Разрубил крипа пополам почти на 116 дамаги. Криты, Mortal Strike. Ну, не качал специально вампирик ауру для того, чтобы лайн не пушился. Понятно, а и крипа не добил. Не заденайл. А Дум телегу убил. Хорош. Но этого крипа пропустили все. Ага. Тут уже фейзы. Очень быстрая. Ну и вот эти банши, понимаете, которые без ультимейтов там, до 9 левела. Как-то какая-то мода пошла на них. Я все понимаю, но до 9 левела ты просто бесполезная получаешься. Ты типа быстро бегаешь, у тебя куча дополнительных духов, аж целых 6. Но где они? Покажи мне свои духи. Вот, и понимаете, 10-я минута, а вот если сейчас ее придут гангать один-второй раз, и быстрые 6-е левела нужны были там 3 героям, Визажу, Шадоу Шаману и Банше, и хорошо, тут 6-ым еще не пахнет, ну а здесь еще, собственно, и душ нет. А может быть поэтому, типа, поэтому не качают, типа, вот когда тут будут 6-ые, вот тогда я души возьму, и мы пойдем, ну и, в общем, убьем, там, снесем все. Ну, может быть. Так, я на секундочку свернусь. И развернусь. Нет, еще раз свернусь. Так, тут поняшка говорит, объяснение про вышки, пропущенное ФБ, классное начало. А что пропущенное ФБ? По-моему, ФБ с вами не пропустили, а пронаблюдали за ним. Killing spree там. Так, ну что у нас происходит-то дальше в игре? 7-3, кстати, давайте посмотрим. Ага, ну это понятно, потому что была долгая длинная пауза. 1500 немножко ведут по опыту ДП и... Ну, примерно одинаково ведут по опыту и по золоту. Ничего страшного. Ничего страшного, еще можно камбэкнуть. В принципе, тут самое главное дожить до этих 6-х левелов и попробовать пойти забрать несколько вышек. Вот Бэтрайдер прыгает, цепляет кентачика, а у кентачика-то души уже, точнее, есть, ну как есть, они бы были, если бы... Ой, тут ускоряет, кентавр успевает выйти из области действия Айсбласта, ну и спасается подруга Крабелиуса. А тут наверху атака, стан хорошо в шейкер, там у кого-то уже блинкдаггер появился, а вот, скорее всего, Бэтрайдера держат Вессона, и Виссон погибает. Доминейтинг, визаж. Хорошо. Но, друзья мои, Снукис-то все это время фармит, у него Shadow Amulet уже есть, более того, у него 400 монет сверху, это означает, что еще чуточку, тысячу, и будет у него Shadow Blade. Джек с блиндаггером, да. Ну и возвращается сюда Банша, с душами уже, наконец-то, с маной, со всем прокаста, можно так сказать, ну, разве что, кроме Сайленса, ну а здесь... Ага, здесь Мидас. Ну ок. Ок. Так, что там кентачик, да?
Талисман выложил. Ну какой хитрый там. Бойтстоун. Ничего себе. Ну, Битрейдер на хосте, да. Тут его попробуй, конечно, зацепить. Там погоня, погоня. За кем? За Димасту. За Димасту погоня. А Дум-то сейчас просто Дум. А, ну тут как бы нет смысла давать Дум, да. Потому что есть ман на ультимейт. Прочекал, наверное, количество маны, если бы стан... Ага, ну тут, говорят, ну тут есть чем проесть дерево. Нет, нет. Можно было бы проесть вот здесь вот два деревца, вот тут одно и второе, и зайти в спину. Но решили вот... Ну, решили так. Так, 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 так. Фиссура. И, ну, а что, не достает? Мог бы там, по-моему, через фиссуру... Ой, ускоряет кентавр, боже ты мой, спасает опять кентавр. Да что ты? На ход аппаратчик бросает. Останавливает. Хорош аппарат! Хорош! Так, ну а тут уже подраться-то не получится. А вот так вот Дум в лицо тебе говорит. Нет, стана не будет. Ну, типа зря на самом деле слайда дал Дум. Надо было, ну, то есть, получить станы. Ну, то есть на самом деле не надо было бежать вот здесь вот, когда умер. Надо было просто идти назад и все. Как бы ультимейт выбили из... Кстати, Банша там пока у нас была погоня. А Банша, видимо, с душами своими... Да, видите, души в кулдауне. Хотела забрать вышку. В принципе, почти удалось. Ну и Снукис. Вот совсем-совсем немножко ему осталось до Shadow Blade. Да. А, но здесь прилетел Визаж. В принципе, и Shadow Шаманта с шестым. Кстати. Вот это вот сейчас будет минус тавр, если сюда в срочном порядке не потянется Дум или еще кто-то. Хороший ультимейт. Вот сейчас Снукис говорит, я сейчас кого-то заберу. Кого заберет? Заберет Алексиса, заберет, заберет. Надо ультимейт дать. Да, дал ультимейт, естественно, забирает. Ну и к предкам пошел, собственно, Shadow Шаман, по его собственным же словам. А, ну и вот он, Shadow Blade, появляется на Снукисе. А, и вот так вот немножко пуш остановился. 9 на 4 счет у нас. Вверху Слай стоит против Димасту. Ну и уже не переживает очень сильно по поводу... так, так, так. А тут смотрите на двое. Ой-ой, какие же криты. Два раза подряд прокнули эти криты. 15% шанс. Дум отпивается. Стан получает. Сейчас прокнет или нет? Один удар. Критом! Да что ты! Ну как же так, Димас? Ну это... Крит. Просто разрубил этого Дума. Учитывая, что Дума до сих пор брони мало. Ну, правда, 6 у него на самом деле брони, так что брони немало. Да. Вот так вот. То есть зря потраченный Дум, видите, так прыгает и увозит Алексиса под ультимейт. Так, останавливаю четко на границе ультимейта, фиссура. Все правильно. Убили Shadow Шамана, ну и в ответочку надо забрать тавр, естественно. Кстати, у Снукиса, ну, то есть мы видели, появился, но он уже появился в стэше, уже в инвентаре появился. Ну, точнее, был в курице, так, а тут вот, ага, Дум, хорошо, на Баншу дал Дума, ну, поздновато, как бы, на Баншу давать Дума, она уже души-то свои использовала. А вот так вот, смотрите, там ускоряет, а кентавр-то, боже мой, кентавр спасает, уже третий раз фиссуры отрезали, хорошо, забирает Димас, а Димас уже в Shadow Blade, вот так вот он врежет, просто бьет. Джека, Джек выживает, и надо как-то забрать. Нет, двоих забрали. Ну, 2-2 получится размен, потому что Визажа тоже убили, но вот выживает Банша и своими душами забирает Джека. Да, ну, Битрайдеру, конечно, не повезло. Ну, а на ход ультимейт, ну, там же души вернулись уже в Баншу, да, не успеваем мы так вот. Да, в общем, там... В никого. Ну, тут, правда, треком попал, да, ну, то есть путем, да, своим, вот так вот нарисовал даже Operation, что я запускал туда, но, извините, ребята, не попал. Ну, так как бы попал, не попал, там без шанса было, потому что души все равно вернулись к Банше, Банша была спасена. Кстати, у него почти уже есть то, что ей так необходимо. А, так, это Верата, что-то Верата, двоих уже нет, да, руна невидимости, для кого? Для кентачика, ну, неплохо. Можно использовать ультимейт и уйти в невидимость, там как-то попробовать что-то такое сделать. Ну, Дум тоже почти с мекой. Дум тоже неплох. Ауру на скорость урона взял. Ну, в принципе, в сражении будет она даже помогать этому Сларку, потому что Сларк быстренько бьет. Так. Вот зацепили. Ага, Баншу зацепили. А она успела руну-то прожать? Да, успела руну прожать, но... Поздновато. Кстати, тут уже башер намечается, смотрите. Джавелин, и вот скоро уже. Ну, на самом деле 1450, но это не так уж и много по меркам Сларка, по меркам того, как он фармит. А фармит он довольно-таки неплохо. Давайте общую ценность включим. 6800 уже у него, так что все, в принципе, в порядке. Тавр, наконец-то, разобрали, причем без
без змеек, так что можно было бы пойти и второй попробовать забрать. А тут Слар говорит, ну-ка, Алексис. Ну, кого? Так, есть. Да, это минус Алексис. Оп, ультимейт влетает, еще и минус визаж. Боже ты мой, это Спайсик, спасайся. Ну, хотя бы птичек спасай, птичку посадил одну. Ну и уходит отсюда Снукис, потому что в центре там фиссура по двоим, хорошая фиссура. Шейкер, да, на Хэслэм, давай, куда-то идет вперед, да, Хэслэм, в принципе, нормально, да, Хэслэм выбили ультимейт, хорошо, минус все, остался тут один, а Дум Банши, опять Дум на Баншу, так когда уже она дала эти свои души, гоняется за ней Джек, но недолго он будет гоняться, Лешка погиб, вот он пришел, Снукис, на, забрал, на смерть Джек лечит, нет, не на смерть, Джек ушел, увозит он, и блинкаут отсюда делает, Димасту погибает. Ну и Сларк 7-0. И Башер уже летит к нему. Купил он там себе Belt of Strength, так подозреваю, здесь. Побежал вниз, подрался, деньги заработал, купил Башер. Все нормально у этого Сларка. Вот такие дела. 18-10 счет. Ну, битва у нас просто. Вселенская битва. В этой игре, как бы там ни было, ну, сражаются ребята. Хотят, наверное, побыстрее закончить уже игру, и все равно победишь или проиграешь, хотят уже на Течеса посмотреть. Хотят уже посмотреть на его просто физиономию. Ультимейта влетает, хороший ультимейт, ну, плохой, ладно. Забираю свои слова назад, ну, попал хотя бы так, типа, чуть-чуть черкнул. Так, там иллюзии у Дума, ну, можно попробовать на иллюзии как-то байтануть, там, как-то их развести. Ну, или хотя бы так, да, почему нет. Применение для иллюзии очень даже хорошее. Так, Сларк невидимости бегает, говорит, я буду прыгать, я буду цеплять, убивать. Вот она цель. Хорошо, цепляй, Бетайдер не может зацепить. Зацепил, стан получил. Фиссуру хорошую дал, ну, нету Дума. Снуки спрыгнул вперед, варды стоят. Наконец-то поставил их варды. Алексис Дум погибает. Димасик-то, Снуки тоже, кстати, погиб, потому что закончился ультимейт и 3 в 2 в итоге размен вот такой вот вышел. Шейкер, что? Шейкер забрал в Рискинга, молодец. Кентачик в погоне за Шейкером, он единственный здесь остался, он там ой-ой-ой, запрыгивает, Джек, ультимейт летает, ну, не так, такое, плохо ультимейт, летает ультимейт, ну, и Бэтрайдер погибнет, возможно, курьер, тут разменяться с курьером-то не очень хочется-то, но преследуют эти клятые птицы, есть Виндагер, прыгает, уходит, форстаф от себя не надо, можно уйти, а тут эти иллюзии зажались в угол. Мы выжили, хозяин, мы живы. Ну, могли бы они там в сражении там какие-то, не знаю, 50 урона нанести суммарно. Может быть, на себя вышку сагрить или что-то такое. И руна ускорения для... Ну, в общем, для счастливчика. Побежал вниз кентачик. Нет, кентачик не побежал руну проверять. Поэтому счастливчик будет... Ну, не счастливчик, а... В общем, будет кто-то из команды ДП. Просто потому, что у них есть информация о этой руне. Медосирует. И тут тоже Башер хочет себе врезки. Ну, чтобы уравнять шансы. У вас Башер и у нас Башер. Хорошо. Но тут до Башера еще 500 монет. В принципе, теоретически, вот если заберет сейчас башню именно в Рескинг, то тогда Башер появится именно у него. Но это будет размен Т1 на Т2, мне кажется, потому что тут-то у Тавара очень мало ХП. А фортификацию тут, если прожму, да, прожали ультимейтом, хорошим аппарат накрывает двоих, там, ТП делает Шейкер. Почему? Потому что хочет ультануть или... Ой, ультанул, хорош! Ну а ТП-то остальные не вовремя, Шейкер уже погиб, что ничего не дал, ну... Ну, типа, это просто фейл. Ну, это же фейл. Ну, как, вот тут бегать Снуки, сейчас он Алексиса заберет, просто лакомый кусочек для него, понимаете? Лакомый кусочек. Да, don't kill the messenger, говорит Алексис. Джек погибает. Да, Джек погибает. А Дум зашел, Дум дал, наконец-то, вот не в Баншу стан, там Ветрах летает, Банша, Ветрах не погибнет, тут переродился Димасу. Ой-ой-ой, разрывает просто он Слая. И все разбегаются от него. Так, Снукиса есть паунч, если что. И он уходит в инвизибилити. Так, ТПА, вот, ну, паунчем цепляй, есть. Зацепил, убил. Башер полкнул, тут две птички, трипл килл, Сларк, боже ты мой, просто Сларк, не останови. Неудержим. Ну и Алексис тут. Да, Алексис такая, знаете, как пятое колесо у телеги, просто мешает команде, на самом деле, постоянно погибает 1-7, но, по-моему, все 7 раз его убил никто иной, как Сларк. Так, ТП на куда?
на фонтан. Ну, пора уже собирать на самом деле Скади. Уже можно выходить в толстоту. Дэмэджа хватает. 42 ловкости, понимаете? Похищает 42 ловкости. 105 ловкости у этого товарища. Скорость таки 0,64 секунды. Неплохо. Весьма-весьма недурственно. Ну или может быть Сашу Яшу собрать. Вот тоже как вариант. Не обязательно же выходить там сразу это искать. Саша Яша тоже неплохое подспорье для Снуки забудет. Можно же Супер Башер попробовать собрать. Вот. Чтобы дэмэджа было вообще много. Ой-ой-ой, я знаю вот сейчас, кто погибает. Кто погибает? Ну вы слышите, Сларк точно так же смеется, потому что это уже смешно. Ну это смешно просто, ну... Ну а как себя чувствует вот реально шедоу-шаман, да, вот в его шкуру, скажем так, да, войти в его положение, вот постоянно убивает его этот, он думает, этот конченый Сларк просто постоянно меня убивает. Он ненавидит всеми фибрами своей души этого Сларка, просто проклинает. Думал, да что это за керри, какой-то говнокерри, там этот Сларк непонятный лягушонок, а видите, в этой игре лягушонок зашел. И очень даже неплохо. 1000 монет была уже. Ну, Шедоу-шаман, кстати, столько денег потерял на этих смертях своих, да? Постоянно он теряет. Так. А тут у нас кентачик, боже ты мой. Не успел там вовремя Макис, да, он дал дабл эдж. Но фиссура его настигла и просто погибает. Там аппарат перед собой его разряжает ультимейт. Снуки есть, увозят кого? Писика, спайсика увезли и разодрали просто. Ну, минус 3 на ровном месте. Ну, в общем, тут, смотрите, такие два глаза, и тут нос нарисовал бы трайлер. Вот такая вот нос. Такая забавная рожица после сражения получилась. И летает на крыльях, там, окрыленный бы трайлер, посмотрите. А, это у него, знаете, как у самолета эти огни, типа, посадочные, чтобы было видно, куда садиться, как лететь. Габаритные огни. Так, ну что, с габаритными огнями вся эта толпа просто сейчас пойдет разбирать тауэр. Тут сидят, заряжаются энергией фамильярчики и взлетают и погибают. Но все-таки нет, один улетел, тут фортификация, типа будут драться. Хорошо, заходит, ой, стан, хорошая фиссура была. Сразу же все Снуки, саму Снуки, свой, не выходит стан, поставили варды, но он ушел в инвизибилити. Ну, свою, которая ультимативная, уже тут минус 3 сделали, тут гоняется, нет, он не гоняется, он просто пытается уйти, сам дал валежку, хотя бы саппорта забрать, но стан от Слая. Минус, ну и там Сларк, это минус 5, ребятушки. Прыгает в Рескин, а, не, ну не прыгает, прыгает тут Джек на самом деле, а в Рескин просто стоит и погибает. Кстати, он нормально дамаги внес, но он Блэдмейл там прожал, еще там, может быть, крит какой-то дал. 5000 уже у Сларка, ну на самом деле вот в его ситуации сложно как бы определиться с тем, что же покупать. А, ну, то есть щиток можно выложить купить Сашу Яшу, но не хочется продавать щиток. Тогда надо вкладывать ТП, но ТП нужно. Ну тогда надо собирать Скади. Ну Скади можно купить, вот прямо сейчас уже можно купить. 5900, более чем надо на Скади. 5675 Скади стоит, там ультимейт, ой, хорош, вот это, кстати, очень крутой ультимейт, потому что бежали защищать тавер и сразу же развернулись в обратную сторону. Но это Абиссал. Ну, все-таки, видите, Сларк решил, что как бы... Но на самом деле, вот в этом сражении его чуть не убили вот здесь, да? То есть, все-таки как-то уплотниться бы надо. Ну, может быть, купить Яшу. Ну, или там вот этот вот Point Booster, или какой-то там Ultimate Orb. Ну, что-то такое вот на ХП все-таки. Хоть чуть-чуть, хотя бы еще 200 ХП, чтобы было. Аппарат продолжает забрасывать ультимейтами своими. Фонтан, Шедоу-шаман, бедолага. Так, ну вплотную, в общем-то, принялись за Тауэр, команда DP, за вот это, ну как принялись, еще не принялись, он уже битый и погибнет с секунды на секунду. Так, а вообще какой план у Agr Gaming-то, вот, на выигрыш в игре, что я не понимаю, как они планируют выигрывать? Мом на бетрайдере. Понимаете, вот что происходит? Мом на бетрайдере. Что в курьер, что прилетело, кстати. Думаю, с блинком агони, может быть, прилетел. А, тут какой-то форстав, видимо, собирается. Или еще один Еул.
Шейкер бы, конечно, блиндаггер, но шейкер-то и так без блиндаггера неплохо все делает. Ну, не спешат, смотрите, ДП не спешат. Ну, понимаете, в их ситуации как раз это не Тайгер, где надо спешить. Тут нет ноги сирены, здесь нет Тинкера. А они со временем здесь герои станут сильнее. Да, станут сильнее, но не так критично, как насколько становится сильнее Нага Сирена и Тинкер в лейте. Поэтому можно, в принципе, позволить себе там пофармить чужие леса, там побегать с пол ХП, как-то в лес забежать, использовать там ультимейт, как-то полечиться, ну или что-то такое. А, это руна регена, он как-то быстро полечился, Сларк, я что-то не понял, как он так. Ага. Invisibility, но это не та цель, которую бы он хотел зацепить. Поэтому он просто возвращается назад. Но он ждет, в общем-то, своего клиента. Но сейчас бы можно было бы попробовать отрезать вот отсюда Димасту. Так. Вот прямо сейчас можно зацепить, чтобы разделить противников. Но не цепляет. Это было бы неплохо зацепить. Так бы Трайдер залетел, будет цеплять сейчас. Прыгать. Кого цепляет? Цепляет Алексиса, конечно же. Так, ускоряет. Кентавр, варды все-таки поставили, Снуки немножко просел, но ничего, Шейкер ультанул, хорош, ультанул Димасу, погиб, но у него будет ультимейт, все замедленные, Слай, ой, боже мой, как Слай терпит, Дум все-таки дал он в Варскинга, хорошо, ну а Снукис-то, посмотрите на него, он еле-еле-еле живой, 3 все-таки в один размен получился какой-то размен, даже 3 в 2, ну вот так вот Шейкер дал фиссуру, ну Кентачик все-таки, видите, больно эти души бьются, ну и вот что-то с ними надо делать, с этими душами. Как-то, ай-яй-яй, вот тут пришел Сларк, говорит, ну-ка, но успела ветра прожать Банша и полечился полностью. Так что Снукис, ну, ничего не может сделать. Все-таки, видите, не хватает немножко выживаемости ему, маловато ХП, пробивают его эти все души и все остальное. Так что надо срочно дофармить на Скаде, или там, что он там все собирает, Сашу Яшу. Ну, Скаде тогда все-таки в приоритете, потому что Скаде все-таки больше ХП даст, ну, тем более орб есть. Так, ушел. Так, а у нас тут у Баншу, у Верескинга, Башер, ага, Кирасу собирают. Ну, кстати, неплохой выбор. Кираса, еще там Бедезолятор, вообще было бы круто. Супер Башер и Мьяльнир, и просто Верескинг победитель. Но до победы еще, ой, как далеко. Да, 10 тысяч у него имеется, 15 у Сларка. Сларк, типа, ненамного переформил. Ну как, ненамного, в пол раза переформил. Что, в принципе, неплохо. Да, криты, конечно, больные. Сильные криты на 540, да, по крипам, по героям будет там по-другому немножко. Так. А тут Сларк вырезает Кентачика. Не-не-не, не вырезал еще. Ждет, пока опустится. Ай, Хекс, вовремя. Так, Бетрайдер прыгнул. Шекл на Алексиса. Бочка я растолкал, зацепил Алексиса, боже. Ну, только не бейте его. Не бейте Алексиса. Ну а что же он-то уже в ульте Бэтрайдера, как же его не бить? Тут как бы по-другому никак. Так, перепризвал визаж фамильяров, чтобы там никого не убили. И Бэтрайдер тпшится, потому что у него уже есть, видимо, Boots of Travel. Да, как-то не обратил на это внимание, но Boots of Travel имеется. Окей. Так, ну а Сларк продолжает. Ага, все-таки что-то себе купил. Ну, давайте прочекаем курьерчика. Я ничего не вижу в курьере. Куда деньги дел? А, это БКБ он себе купил. Вот. То есть решил, типа... Ну, окей, в принципе, тоже вариант. Тоже вариант, кстати, правильное решение. Сюда я не подумал про БКБ. Наверное, даже лучше, чем Скади, потому что, в принципе... Ну, Скади это все круто, да, но БКБ, понимаете? БКБ и просто пили всех. Тут же еще ультимейт есть, как бы, который действует 4 секунды. Так что, в принципе, БКБ, считайте, 10 секунд, а потом еще ультимейт врубает, дальше продолжает просто фигачить всех. То есть 14 секунд, а за 14 секунд реально можно забрать там, ну, учитывая помощь тиммейтов, всю команду можно перерезать просто. 5 ловкости, да, 15 ловкости до сих пор у него есть там дополнительные. Но неплохо. Неплохо. Ну и Рошан. И Рошан. Так, там Бэтрайдер прожал, видимо, чтобы быстрее бить. Просто супер быстро. Супер быстрый Бэтрайдер, кстати, быстрее Сларка бьет. Сларка 0.67, а тут 0.66, да? Да, реально быстрее. Ну,
уже закончился. Ну вот, может быть, сейчас как-то словить этих всех подлецов из команды ДП и забить их здесь на Рошане. Но Шейкер уже вышел там защищаться. Смог спал. Шейкер, может быть, даже погибнет, да, но... Ну, а Йеггинс все-таки заберут. А Бэтрайдер прыгнул, зацепил Баншу, увез ее. Хорошо, но Бэтрайдер, кстати, тоже погибнет. А Сларк до сих пор разбирается с Рошаном. Вот, кстати, правильное решение. Рошан Сларк подобрал, а Йеггинс... Окей, зацепил кого? Зацепил, конечно, Шадоу Шамана, убил. И Спайсика тоже убил. Там Димасту... Ну, Димасту БКБ Сларк прожимает и всех убивает. Переродился Димасту, стан дал в Слая, но... Ну, вы понимаете, да, что все-таки это закончится чем-то нехорошим. Трипл килл Сларк. Такие дела. И ну вот сразу же 42 уже похитил. Ловкости. Так. Приостановила птичка. Ага, и фортификация. Ну а... Ну 45-42 секунды до Банши. Вряд ли хорошо выкупился. А давайте тогда байбеки посмотрим. Ну, Банши нет байбека, и 95 монет. Надо, совсем чуть-чуть не хватает. Боже ты мой, как она переживает сейчас по этому поводу. Ну и тут... Так, ой, хорош. Захиксили кого? Слая захиксили. Ну неважно, самое главное, что Снуки стал всех убивать. Вот он забирал уже кентавра. И пошел дальше в Шадоублейдом. Спайсик, боже мой, минус спайсик. Тут сейчас Блейдмейл закончится. Перерождения нет. А ни одной секунды не хватило! Боже ты мой, секунды не хватило! Какое невезение! Какое отвратительное невезение. 75 уже ловкости, ну и GGVP. Ну да, все к этому шло. Финальные графики вот такие вот там прям взлетели до небес. Ну, мы поздравляем команду DP, она проходит финал, и нас ждет финал. Good luck next, говорит Макис. Спасибо Макису, спасибо ребятам. Интересно, спасибо. Вот самое главное, да, вот спасибо за то, что подождали. Потому что реально ждать пришлось долго, вошли в положение. Сейчас локти кусают. Да, надо было не ждать, надо было тех 8 влепить. Но нет, молодцы ребята, Agar Game. Супер классные парни, но немножко надо подработать еще над... Не знаю, над чем, над... Ну, сложно сказать в этой игре, вот вроде бы... Ну... Ладно, я не берусь анализировать, сложно, здесь был примерно равного уровня команды, но, правда, сейчас, кстати, ДП лучше исполняли на героях, ну, может быть, ну, что, не решил же все один Сларк, хотя 22 на 1, может быть, даже и решил. Ладно, ребят, уходим с вами на паузу, вернемся в эфир через некоторое время, не переключайтесь, оставайтесь с нами, нас ждет финал.